Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Как видите, продолжаю дальше готовиться к сезону рыбалки 2021 года. Скоро тепло, скоро можно будет уже выходить на воду и ловить рыбку. И с другом Александром решили обновиться и взяли себе по новой катушечке. Саня себе заказал Легалис 4000, а я себе взял Шиману Нексве 3000. И также, как видите, взял себе наконец-то экшн-камеру Sony. Соньку брал 3000, 4К и решил брать сразу в комплекте с браслетом экраном. Ну а теперь про все поподробней по отдельности. Начнем обзор новинок с катушки Daiwa Legalis. Заказывали катушки мы с сайта AliExpress. Кому интересно, ссылочки будут в описании под видео. Пришла хорошо упакована. Как видите, упаковочка именно самой коробки вообще не пострадала. Упаковано было очень добротно. Daiwa Legalis, серия LT. И как видите, вес катушки 240 грамм. Что для 4000 катушки очень даже неплохо. 5 подшипников. Довольно бюджетная цена. И для своей цены, ребята, эта катушка мне очень понравилась. Ну, можно сказать, бомба. Держишь в руках и чувствуешь, что эта вещь хорошая, дорогая и добротно сделана. Хотя производство во Вьетнаме, но не думайте, что это подделка, что это продается на AliExpress. Это все оригинальные катушки. И продавцы на AliExpress официально продают Daiwa и Shimano. Очень мягкий фрикцион. С разных сторон покажу вам ее. Люфтов практически нету. Сказать, технологические люфты, они и должны присутствовать. Но практически их вообще нету. Тихий, хороший ход. Катушка мне очень понравилась. Но, конечно же, будем смотреть уже в условиях эксплуатации, как они себя покажут. Потом в будущем хотим их апгрейдить. Сезон побегают. Посмотрим эти катушки, как они себя поведут, как они себя покажут. И в конце сезона все равно будем разбирать на чистку, на смазку. И будем данные девайсы апгрейживать подшипниками. Добавлять подшипники. И я думаю, еще за счет этого улучшим данные катушки, свойства данных катушек. Но это уже будем смотреть в конце сезона. Продолжаем дальше. Ну а теперь рассмотрим Shimano Nexve. Также коробочка, как видите, целенькая, не пострадала при пересылке. Shimano 3000 и с придаточным числом 6,2. Брал ее друзья специально, чтобы половить жереха. Катушка весит 260 грамм, потяжелее, чем Daiwa Legalis. Хотя Daiwa Legalis 4000, это 3000. И в катушке 3 подшипника. Тут написано 3 плюс 1, но здесь по факту 3 подшипника. Произведена в Малайзии. Цена катушки очень бюджетная, намного дешевле стоит, чем Daiwa Legalis. Но при этом тоже очень хороший, плавный, тихий ход. Конечно, немножко она шуршит погромче, чем Daiwa Legalis. Но это только надо прислушиваться. И когда брать две вместе и крутить, тогда вот можно услышать, что все-таки вот эта шиманка, она немножко работает погромче. Ход очень плавный, приятный, мягкий. И чем хорошо, что здесь разборный кноп. В Daiwa кноп неразборный. Ну, как и говорил, в конце сезона посмотрим, как послужат данные катушечки. И будем их апгрейживать. Тоже довольно неплохой фрикцион. Катушечки бомба.
За свои деньги реально хорошие катушки для начинающих рыболовов, которые уже как бы занимаются спиннингом. Я считаю, что надо немного повышать свой уровень и приобретать катушки подороже. Ну и, конечно же, друзья, самое главное приобретение сезона – экшн-камера Sony 3000, которая снимает в 4К, и брал в комплекте с дистанционным пультом управления с экраном, так как данная экшн-камера без экранчика, брал специально с этим дополнением. Выбор был у меня между GoPro 9 и Sony 3000. Посоветовался с друзьями. Очень мне помог земляк Паша. У Паши есть свой видеоканал. Видеоканал называется Fishing Yesterday. Вот он снимает на данную камеру. И ему она очень понравилась. Я посмотрел его ролики. Да, мне понравилась картинка. Плюс он мне объяснил, рассказал все про нее. И благодаря его помощи я приобрел данную камеру. Также, конечно же, и смотрел обзоры на YouTube. Очень много обзоров, сравнений. И выбор остановился на Соньке. Так что, надеюсь, в этом сезоне порадую вас хорошей, яркой, качественной картинкой. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Надеюсь, в этом сезоне мы вас порадуем хорошими, интересными рыбалками, порадуем вас хорошей, качественной видеосъемкой, хорошей картинкой. И я думаю, друзья, вы останетесь неравнодушными и поставите нам лайк, напишите комментарий. За это огромное вам спасибо, друзья, что вы поддерживаете канал. Даже спасибо вам за дизлайки. Каждый дизлайк показывает, где что плохо, где что хорошо. И если есть дизлайки, значит, надо стараться работать лучше и лучше. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!